Так, мы подошли к так называемому фишту. И тут огромные ворота. Я таких ворот не видел. Просто гигантские. Вообще мы находимся на площади, где олимпийский факел. Там шайба виднеется. Это большой ледовый дворец. За ним керлинг, ледяной куб. Собственно, олимпийский факел сам. А здесь айсберг, в котором мы только что были. Да, и кстати, там вот, тут же на территории Олимпийского парка Диснейленд.